Группа исследователей доказали причины глобального потепления эпохи палеоцена. Все дело в извержении вулканов. Подробнее в следующем сюжете. 55 миллионов лет назад на нашей планете было одно из самых значительных глобальных потеплений. В геологической истории это событие называют термический максимум. Средняя температура тогда поднялась почти на 10 градусов Цельсия. Для наглядного сравнения, в Северном Ледовитом океане тогда было по ощущениям, как в Черном море. Причинами именно этого термического максимума и занимались исследователи из Великобритании, Дании и США. Стоит отметить, что нынешние прогнозы о повышении температуры почти никак не связаны с тем, что происходило много миллионов лет назад во время термического максимума. Было время, когда она составляла 25 градусов, на 10 градусов больше, чем сейчас. Это было достаточно давно, это было десятки миллионов лет тому назад. Тогда была очень сильна вулканическая активность, и благодаря которой в атмосфере примерно на 10 раз была выше концентрация углекислого газа, чем в настоящее время. Самые большие вулканические извержения выбрасывают такое количество газа, пепла и пыли в атмосферу, что они способны вызывать заметные изменения климата на Земле. Эти частицы разносятся над всей планетой и в течение пары лет остаются в атмосфере. Выброс огромного количества углекислого газа создает парниковый эффект, что приводит к повышению температуры. Примерно такой же процесс происходит сейчас на Венере, поэтому среднегодовая температура там около 460 градусов по Цельсию. В итоге массовые извержения вулканов, движение тектонических плит и парниковый эффект стали причинами термического максимума. Роберт Хасанов, Универньюз.